Одним из простых вариантов горячих блюд являются мясные изделия из фарша. В этом варианте выбор разнообразен. А если у вас есть дети, то они обычно любят тефтели. Яркие, мягкие и сытные. Читайте. Этот вариант в моей семье является самым любимым. А все это благодаря невероятному томатно-сметанному соусу. Его можно попробовать и для других блюд. А пока я предлагаю вам прочитать о том, как приготовить вкусные тефтели. Вначале их будет необходимо поджарить, а потом запечь. Фарш свино-говяжий, 800 грамм. Сливочное масло, 50 грамм. Сметана, 400 грамм. Лавровый лист, 3-4 штук. Репчатый лук, 2-3 штук. Яйцо, 1-2 штук. Растительное масло, 2-3 столовые ложек. Мука пшеничная, 150 грамм, 50 граммов в соус, 100 граммов для обваливания тефтель. Томатная паста, 2-3 столовые ложек. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Количество порций, 5-6. Лук измельчите через мясорубку. Затем соедините его с фаршем, яйцом, перцем и солью. Замесите фарш. Оставьте его в сторону, пока занимаетесь соусом. Растопите сливочное масло в глубокой сковороде. Затем всыпьте муку и готовьте ее до румяного цвета. В другой сковороде доведите сметану до кипения. Потом муку добавьте в сметану на огне. Тщательно все перемешайте. Продолжая мешать, добавьте томатную пасту. При необходимости влейте немного воды. Когда консистенция станет единой, соус готов. Из фарша сформируйте тефтели. Обваляйте их в муке. Обжарьте мясные изделия в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. В глубокую форму для выпечки влейте соус и добавьте лавровый лист. Разложите тефтели. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Подавайте тефтели с гарниром. Приятного аппетита!